Профилактика ДТП с участием байкеров – первостепенная задача для самарских инспекторов ГАИ. С наступлением лета резко поползла вверх отрицательная статистика. Мотоциклисты и велосипедисты столкнулись с автолюбителями на городских магистралях 83 раза. Погибло 3 человека, увечья получили 90. Каждый второй, попавший на велосипеде в аварию, ребенок. Виноват в каждом третьем случае именно он. Поэтому не случайно рядом с зеброй часто можно увидеть полицейские патрули. Они рассказывают нарушителям правила дорожного движения и раздают брошюры. И на других мероприятиях будем принимать то же самое активное участие, пропагандировать именно безопасность дорожного движения для того, чтобы мы могли снизить травматизм от дорожно-транспортных происшествий, ну и в конечном счете сохранить жизни как молодых участников дорожного движения, так и простых граждан Самарской области. Мотоциклисты еще как-то ориентируются на дороге. Они закончили автошколы и получили права. Однако любят устраивать гонки по городским улицам со скоростью 100 км в час. Все нарушают примерно одинаково. Я думаю, нет разницы большой. Если, допустим, мотоциклисты, то, может быть, кто-то пытается проскочить где-то. Как и велосипедисты, которые переходят на пешеходном переходе, переезжают на велосипеде. Зачастую это делают и взрослые, и дети, и получается совершенно безобразная ситуация. Вследствие чего дети потом выезжают на велосипеде и даже не задумываются. Для них это норма. Как пример, перекресток 22-го партсъезда из Старозагора. Велосипедисты едут по зебре, а по правилам надо идти по ней и толкать велосипед рядом. Курсы вождения, которые несколько раз в году устраивают ГАИ и городской спортивно-туристический клуб, посещают единицы. Как и желание получить права на велосипед. Эта тема горячо обсуждается среди законодателей и велосипедистов уже не первый год. Я вот, честно говоря, против немного такой инициативы, касаемо прав, потому что это лишние бюрократические проволочки на развитие любительского велоспорта, а значит, здоровый образ жизни, да. Но я за то, чтобы велосипедистов, которые нарушают ПДД, то есть привлекали к соответствующей ответственности. А пока велосипедисты передвигаются по городу без прав на свой страх и риск. Решить проблему ДТП с их участием можно. Необходимо построить в Самаре целую сеть велодорожек. Такая трасса появится на Московском шоссе к чемпионату мира по футболу. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.